Пошел флексик, мужики! Опа! Пока на стриме. Ой-ой-ой-ой-ой. А чем я такое счастье заслужила? Я не понимаю. Он зашел на стрим, начал мне голду предлагать. Меня пытаются купить. А что делать с этим? Давайте напишу. Постричься на лысо. Ради голды. Я не знаю. Хей, йо, дорогие друзья, Кенда ПК на проводе, и прямо сегодня будет нереально крутое видео, а именно это будет продолжение прошлой рубрики, в котором я давал ножи начинающим стримерам. Но в этот раз это будет еще интереснее, потому что прямо сегодня мы узнаем, на что же готовы начинающие стримеры ради скинов в стендофе. Ну, ребята, обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы переходим к начинающим стримерам. Ну и вы не поверите, но начинающим эту рубрику я буду с девушки-стримерши Агатова. Я ее нашел случайным образом. Ну и давайте для начала напишем ей «Привет, хочешь нож?». Давайте посмотрим, что же она ответит. Нож? Ну, нож, а как... Ну давай, не стесняйся. Прям за любую цену? Ну давайте напишу, за сколько совесть позволяет. Так, опа, имба. Ребят, сейчас малыха будут выставлять. Ну, в целом, мне совесть вообще, в принципе, не позволяет выставлять скины, потому что, как бы, ну, вот, да, вот. Совесть мне вообще не позволяет. Я очень совестливая девочка. Давай, сейчас я выйду за мамки. Надеюсь, мне ребята обалдеть! Она даже вышла! Она даже вышла с ММ-ки ради того, чтобы получить на халяву скины. Товар. Вы посмотри-ка, у нее бедный инвентарь. Реальный инвентарь прям максимально бедный. А какие скины? Вообще, в принципе, любые. Давайте напишу Тек-9 с паттерном. Давай, давай, ну, давай, флаг, выставляй. Так, и за сколько она выставляет? А ну-ка. 1060.09. Вот так. Окей, понял, принял, сейчас купим, братва. И прямо сейчас мы перемещаемся в стендов. Я, естественно, покупаю. Все, купил скинчик. И погнали, посмотрим на ее реакцию. Да подожди, ну это, я думаю, ты пошутил. Ой, да обрадовалась. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Спасибо большое, блин, как это мило. Ой, блин. Братва, не показывайте это видео Анетке, то если она увидит, мне габела. Офигеть. Блин, это... Да-да, это я, Кенда ПК. Просто шоке. Спасибо большое. Давайте напишу. Танцуешь, дам еще одну ка. Блин, братва, это не слишком нагло будет? Го за танец, дам еще один ка. За танец? Да, надо танцевать, шевелить булочками. Ну давай, хорошо. Она сейчас будет танцевать, прикиньте. Хорошо. Ой-ой-ой. Пошел флексик, мужики. Вы чё, Анетка? Это все она, я ни при чем. Она сама так захотела танцевать. Все, ну нормально, мужики. На 100 голды танец прошел. Ладно, выставляй. Блин, мужики, если честно, я бы за 1000 сам станцевал. Так, 511 паттерн, сразу в моменте пишем. 511 паттерн, и погнали искать. Салам алейкум, купив скинчик. Все, погнали, посмотрим на реакцию. Серьезно, спасибо большое. Обращайся! Спасибо, это очень мило. Блин, что там? Ее забанили, видели? Ее забанили из моего видео на полчаса. Ну ладно, ребят, не будем смущать молодую. Погнали, погнали дальше. Опа-па! Опа-па! Еще одна девушка стримит. Давайте напишем. Привет! Привет, бро! Чего? Опа. Я пока на стриме. Ой-ой-ой-ой-ой. А чем я такое счастье заслужила? Ёк, Макарёк. Давайте напишу. Голда нужна? О, ё, папа. О, она мне модерку дала. Голда нужна. Не смею у вас спросить. Что нужна, нужна. Нужна ей голда. Кого-кого, а кента на стриме я еще не видела у себя. Даже не ожидала увидеть. Это, конечно, интересно. На что собираешь? На что собираешь? Да вообще на видосы собираю. Давайте напишу. Выставляй скин за 1к. Зачем, Кент? Пошли лучше видос запишем. Ё-моё, у меня даже идеи нет у тебя. Такой видос! Тут я видос записываю! Ты чё, женщина? Я не понимаю. Он зашел на стрим, начал мне голду предлагать. Давайте напишем. Напишу. За сколько голды ты го
готова пофлексить от души. За сколько голды ты готова пофлексить от души? Что значит пофлексить от души? Давай начнем с этого. Потанцевать. Потанцевать. Так, ну, называй прайс, называй прайс. Она растерялась. Мы люди непродажные, поэтому за 0.03. Ну чё, пацаны, знаешь, откуда я беру голдишку? Я опять нашел этого стримера еще в прошлый раз, и давайте узнаем, он знает или нет. Да, конечно, я знаю, откуда, своего булдропа. Конечно же, братва! Конечно, все с булдропчиком, потому что нам тоже нужна голдишечка, залетать на булдропчик. Там добавили новую коллекцию кастиков, с которых падает нереально крутой дроп. Также, братва, там есть обменник Мерлина, всем советую, и мой кастик. Не забудьте про него. Ну и я не могу вас оставить без подарка, потому что вы все тоже хотите халяву. Вводите прямо сейчас секретное слово, которое видите сверху, и получайте кастик бесплатно. Все нужные ссылочки есть в описании, а мы идем дальше. Ну давай, ну! А что это реально типа на видос? Меня пытаются купить, а что делать с этим? На самом деле... Ну давай, ну! Умею танцевать только танец Литвина. Больше ничего. Даже тверки не умею. Бежу, гой его! Гой его! Надо только песню найти подходящую. Опа-па-па-па. Сейчас танец Литвина или танец маленьких утят? Год тверк. Какой тверк? Вы чё вообще? Вы откуда тут такие? Не, мужики, вы чё? Я тверк не писал ни одной из девушек. Я приличный молодой человек. Что он тебе такие вещи не предлагал бы? 3, 2, 1. Опа! Не, пойдет, мужики, пойдет. Блин, братва, мне даже голды не пришлось давать. Евжения отвод бесплатно за флекси. Ё-моё! Ну нормально, пойдет. Это был специальный танец для кента ПК. Ой, спасибо большое! Отдайся кентучу. Я снимаю видео, на что готовы стримеры ради голды, и ты попала в него. Так я не ради голды это сделала, я сделала это ради тебя только. Спасибо. А мы, братва, идем дальше. Так, мужики, идеально. Я нашел какого-то мужика шампанова, если честно, даже не знал, что есть такой стример. Но, братанчик, добро пожаловать, комьюнити стендофа. Давайте прямо сейчас ему напишу. Бро, привет. На что ты готов ради голды? Опа, как ну тебе, на что он готов? Оу, Кента ПК, бро, привет. На что ты готов ради голды? А, ну, предлагай, что именно ты хочешь предложить ради голды, Кента ПК? Давайте напишу, постричься на лысо. Готов постричься на лысо. Готов постричься на лысо. Блин, это не сильно жестко. Блин, брат, извини, но я по-дружески. Я не знаю, что он хочет конкретно. Не, может быть, он хочет, чтобы я что-нибудь там, типа того, там, спел или еще что-нибудь сделал ради голды. Я не знаю. Готов подстричься на лысо? Не, не готов. Ну, в смысле, голову побрить? Да, готов. Да. Готов побрить. Блин, мужики, извините. А что значит зафлексить? Это я просто старый дед и не очень шарю. Давайте напишу, это танец. Телом и руками одновременно? Да, о, малый правильно сказал. Ну давай! Старый, ты чего? Короче, братва, мы идем к следующему стримеру. Потому что, ну, к сожалению, он типа не сильно проявлял инициативу, поэтому погнали дальше. Ну что же, а прямо сейчас мы залетели к этому стримеру, у него всего лишь 49 подписчиков, прям начинающий. Мне кем-то показали дело, реальный. Реальный. А чего у него... С вебки, ты ё-моё. Я тебе отвечаю. Бро, выходи с союзников ради ножа. Бро, выходи с союзников ради ножа. О, вышел! Вот это то, что я хотел! Я на ютубе? Я на ютубе, честно, пожалуйста, скажи. Брат, выставляй скин за 1000 г. У меня позавчера забанили канал с 9000 подписчиков. Блин, это очень обидно. Выставлять за сколько? Брат, всего лишь за 1000. Какой нуарный. Какой паттерн? Какой паттерн? Паттерн. 633. Неплохо, да, я сегодня? Листаю. Нашел его. Покупай скин. 1, 2, 3. Купил. Я тебя люблю. Ай, брат, хорош. Давайте ему напишу, готов зафлексить. Готов жестко зафлексить, пишу. Готов жестко зафлексить за голду. О, вот это что я хотел. Готов. Я готов. Братва, сейчас мой жесткий флекс. Готовьтесь! 3,
два, один. Ой, хорош. Хорош, брат. О, мужик, нормально. После тверк для нас делает. Тверк, тверк. Флекс на 10 голды тянет. Ну, блин, реально слабенько. Я понял. Опа-па. Сейчас будет раунд номер 2. Походу, он вызов принял. Эй, хорош. Блин, вы посмотрите, что малой творит. Так, давайте мы напишу. Ладно, это лучше. Выставляй за 500 г. Ну, на 500 голды нормалек. Все, не, ну реально, красавчик постарался, одобряем. Я очень надеюсь, это в сеть никогда не попадет. Все, брата, покупай его скин. Прям сейчас, чекайте. Найс. Вот так надо на жизнь зарабатывать, учитесь. Купил, 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 купил. Они вот эти вот стримеры. Голды, опа. Дайте, дайте голды, деньги, деньги. Я вам голду дам за бесплатную дуэль, а вы мне только, ну, рубль задоньте, пожалуйста. Вот. Парень красава, заработал 1.5 косаря максимально по чесноку. Спасибо большое. Напишу лучше, бро. Спасибо большое. Надеюсь, это в сеть не попадет. Лучший брат, да. Жди видео. Жди видео. Понятно, спасибо. Опа-па, мы нашли еще одного пассажира. Я ему написал уже сообщение. Кубро, готов выйти с союзником ради голды. Сейчас посмотрим, что ответит. А ну нафиг, это что, КентПК что ли? Кто же еще, братанчик? Ко мне КентПК зашел, нифига себе. Кубро, готов выйти с союзников ради голды? Да, без вопросов. А, только не союзники, у него режим дуэль. Выйти с союзников ради голды. Ну я дуэльку играю, это не союзники. А, блин! Написал, выходи, брат. Выходим, брат. Он вышел! Он вышел! Я вышел! Покажи инвентарь! Меня надурили? Окей, я потом с ним доиграю когда-нибудь завтра. Покажи инвентарь. Показал. Ого! Что, блин? Ничего себе, это был бедный школьник! Я зашел на стрим! Ну давайте напишу. Выставляй скины. Выставляй скины на продажу. Братик, выставляй скинчики на продажу. Выставляй скин на продажу. Ну так 9, допустим, да, тайдай. А за сколько выставлять? Выставляй за 1000. Давайте напишу, расскажи любой стишок. Брат, выставляй за 1000 и расскажи любой стишок. Давай стишок. Так, 1000... .05. Рассказать, а прочитать нельзя? Не-не-не, надо рассказать, надо рассказать. Сели на машину, налили бензину, на машине ехали, до реки доехали. Чего? Все. Так, паттерн. 1000.05. 684 паттерн. Ща купим, братва, ща купим, секундочка. Купил, купил, купил. Надеюсь, купил у него. Это просто что за стрим? Надеюсь, купил у него! Показываешь. Купил! Реально купил! Чего? Да ты шо? 800... Да ты же просто 800 голды прилетело, ребят! Напишу. Что? Брат, год вёрк. Что это происходит? Это сон или нет, ребят? Ущипните меня. Напишу, брат, год вёрк. Какой сегодня день вообще? Какой сегодня год? Я не знаю, может я сплю? Брат, год вёрк. Тебе завис. Блин, надо музыку. Давайте поддержим молодого, тоже на флексе. Опа! Красава! Да ты пишешь, ахаха! Хорош! У меня просто у меня наушники все время разъем вылетает, блин, я не знаю, это какой-то пипец. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Надеюсь, видео вышло максимально угарно, максимально смешное, оно вам понравилось. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а все продолжения с этого стрима будут у меня в ТГ, поэтому переходи и подписывайся на мой телеграмчик. Ну что же, всем удачи, всем пока-пока.